Вдохни поглубже, прямо по курсу самые душные моменты из различных игр. И, кстати, привет! С вами Айвори. Cry of Fear — одна из моих любимейших игр. Я готов простить ей вульгарно выпеченные скримеры, чрезмерную сложность. Не, ну серьезно, игра ебет даже на изи. Что там на харде творится, я и думать боюсь. Богомерзкий бэктрекинг, коего тут хватает. Ограниченный, как кругозор фанатов Undertale, инвентарь. И любительскую озвучку, балансирующую на грани кринжа и русского прона. Тем не менее, одну вещь я понять и простить, ну, никак не могу. Долбанные прыжки. Это боль, причем анальная. Дело в том, что Cry of Fear изначально была модом, ты не поверишь, на первую халву. Небольшая компания шведских разработчиков сотворила без малого техническое чудо, преобразив это вот в это. Лично я был уверен, что передо мной мод на вторую халву, но никак не на первую. Движок Source воистину может выдавать красивую картинку, но, мягко говоря, не подходит для прыжков. Тем более для хирургически точных. Проблема начинается буквально с пролога, когда Саймону нужно запрыгнуть внутрь разбившегося зеркала. Делается это весьма необычным способом, одновременным зажатием кнопки прыжка и приседания. Звучит несложно, понимаю. Но на деле, благодаря кривым коллизиям объектов, данный процесс превращается в изнуряющую дрочку. В отдельных местах это вполне терпимо, например, когда нужно забраться по строительным лесам. Но сегмент с падающим поездом настолько душный, что реально довел меня до истерики. Паркур, я не знаю, но надо оборвать руки. Вот встретил бы разработчика, знаешь, вот подошел бы к нему и сказал: вот жму тебе руку, братан, за то, что ты сделал. Вот классная игра. Но паркур, на, с локтя, ему в челюсть, блядь, у него зубы вылетели. Матов было очень много, а потом я еще и рейдж-квит оформил со стрима. Суть челленджа сводится к подъему на время по постепенно сползающему в пропасть вагону. Не успел? Ох, как жаль, попробуй еще раз. А ты не успеешь, много раз не успеешь, потому что где-то нужно прыгать, нажимая две ранее упомянутые кнопки, и далеко не факт, что Саймон соизволит долететь. Где-то понадобится обычный прыжок, а таймер-то тикает, а коллизия объектов по-прежнему не на твоей стороне. Короче, на мой взгляд, это худшая часть игры, своей душностью способная спровоцировать нервный срыв и непреодолимое желание надругаться над творцами, создавшими это богом проклятое испытание. Кстати, после пережитого тебя еще и части инвентаря лишат, а он, напоминаю, и так чуть больше коробочка. Так что даже преодолев удушающий невыносимый поезд, катарсиса ожидать не следует. Музей неба из Persona 2 Eternal Punishment — это отдельный вид боли, навсегда запечатлевшийся в моей памяти, как самый неприятный момент игры. Данная локация сочетает в себе все то, что я так ненавижу в играх, а конкретно задание на время и поиск кого-то или чего-то. Замес такой. Героям нужно отыскать и спасти несколько групп пиздюков, разбежавшихся по внезапно вспыхнувшему, как моя задница, чуть позже музею. На все про все отводится щедрые, на первый взгляд, 30 минут реального времени. В действительности же все не так просто. Детишек много, их расположение, конечно же, не указывается на карте. Иначе было бы слишком просто, верно? А музей, мягко говоря, не маленький. Помимо прочего, задачу усложняют рандомные энкаунтеры. Если кто позабыл, то это невидимые глазу враги, атакующие героев буквально через каждые 4 шага. Что самое паршивое, таймер во время сражений не останавливается ни на минуту. Снизить частоту появления демонов можно при помощи определенного предмета, если, конечно, он у тебя есть. Но даже так, музей неба — это максимально гумозная локация, выжигающая весь кислород в комнате. Я ненавидел ее тогда и ненавижу сейчас. А игра, к слову, шедевр, всем советую. Музей, конечно, придется затерпеть, но быстрые сейвы на эмуляторах значительно упростят задачу. Кроме того, пятая часть с припиской Royal задушила меня сражением с боссой Акумурой, горе-папашей одной из героинь. Особенность засранца в том, что прежде чем уничтожить его самого, тебе придется одолеть несколько волн противников, уязвимых к различным элементам. Причем опять-таки за отведенное время. Однако это еще полбеды. Последние стены противников надобно успеть одолеть за пару ходов, в противном случае трусишки сбегут и все повторится по новой. И в довесок сам Акумура навешивает на твоих подопечных различные дебафы, занижая атаку чуть ли не в ноль, плюс минирует собственных прихвостней, превращая их в бомбы, отнимающие очень много здоровья. Акумура — один из самых запарных боссов пятерки. Мой тейк подтверждают десятки обучающих видео, призванных показать, как же правильно убивать засранцев.
засранца. Не хочу еще больше душнить, но не сочти за труд выполнить простенькую ютубовскую рутину в поддержку пожилого ютубера. Так сказать, выразить спасибо за счастливое детство. Лайк, коммент, подписка – это все, что мне нужно. Спасибо за участие. Выхода сурвайвал-хоррора Scorn я ждал с нетерпением. Мне импонируют тревожные, но такие притягательные работы Ханса Гигера и Здислава Бексински, ставшие референсами для липкого мясного мира Scorn. Тащим-то манящая биопанк-обертка заочно продала мне игру с не самой вкусной начинкой. Больше заданий на время и поиски всякой фигни я ненавижу только пятнашки. О, ты знаешь, о чем я. Это самый бесячий, скучный и ленивый вид загадок, который пихают в каждую вторую игру. Я готов создать петицию о запрете пятнашек, и думается мне, множество пострадавших геймеров с удовольствием ее подпишут, но... Я отвлекся. Как правило, сурвайвал-хорроры начинаются с плавного погружения в историю и окружающий мир, после чего следует экшн-стадия, и только потом, спустя несколько часов геймплея, игрок натыкается на гребаные пятнашки. В Scorn все иначе. Спустя 10 минут после начала, ни черта не выкупающего геймера, пытающегося освоиться в незнакомом таинственном мире, принуждают решать пятнашки. Ну кто так вообще делает? Такого плевка в лицо я не стерпел, дропнув душную загадку, как, впрочем, и всю игру. Ни о чем не жалею. Чувствуешь? Кислород в помещении достиг критически низкой отметки. Стало быть, пришло время открыть форточку, дабы впустить свежий ветер, доносящийся с зоны отчуждения, расположенной в StalkCraft X. ММО-шутере от первого лица с открытым миром, наполненным мутантами, таинственными аномалиями и ценными артефактами, а также множеством увлекательных активностей. По прошествии 10 лет активной доработки, StalkCraft эволюционировал в самостоятельный и масштабный проект, в котором тебя ожидает. Плавное погружение в мир посредством нетипичной для ММО кинематографической нелинейной сюжетной линии, создающей впечатление прохождения одиночной игры в сталкерском антураже на десятки часов. Уникальная, по-настоящему живая чернобыльская зона отчуждения, заметно похорошевшая благодаря новому движку, затронувшему все аспекты визуализации игры, начиная от глобального освещения, погодных условий и текстур, заканчивая более плавными анимациями как персонажей, так и местной фауны. Помимо визуального преображения, обновление затронуло искусственный интеллект неписей, сделав их более умными и способными адекватно реагировать на опасность. То есть использовать укрытия, отступать и менять тактику. В зоне ты волен быть кем вздумается и заниматься чем душе угодно. К примеру, охотиться за артефактами или обирать особо назойливых конкурентов. Исследовать территорию, пытаясь разгадать многочисленные загадки зоны. Торговать, заниматься научными штуками, воевать с группировками и еще массой других интересных вещей. В том числе обустройством собственной берлоги, внутри которой можно зачилить после тяжелых вылазок. Плюс создать все необходимые расходники. Вижу, тебе уже не терпится покорить зону. Тогда переходи по ссылочке в описании, забирай подарочный хабар по моему промокоду и начинай играть в StalkCraft X абсолютно бесплатно. Ни пуха ни пера, сталкер. А вот о чем я действительно жалею, так это о том, что из практически идеальной Max Payne 2 под корень не вырезали бесячую миссию по сопровождению Винни Ганити, облаченного в нелепейший костюм капитана Бейсбольная Бита. Ходят слухи, что миссии по сопровождению входят в учебник начинающего игродела. Наверное, поэтому они встречаются в огромном количестве игр. Кислород покидает комнату с первых минут задания. Испуганный до чертиков Винни сообщает Пейну прискорбную новость. Владимир Лем обманом заставил его примерить костюмчик, заполненный взрывчаткой по самой небалуй. И теперь нам предстоит оборонять дурачка, дабы шальная пуля не оборвала его, как, впрочем, и жизнь Пейна. Нудность и мерзость данного челленджа кроется в двух вещах. Первое. Винни тупой. Настолько тупой, что бесстрашно лезет под пули, как будто бы специально стараясь поймать каждую мимо пролетающую маслину. И вторая. Винни... Пиздец, какой тупой! Бедолага то и дело намертво застревает в дверях и стопорится на лестничных пролетах, чем только подливает масло в огонь и без того полыхающей пятой точки. Я не шучу. На ютубе есть уйма гайдов в духе «Как заставить Винни войти в дверь». Если в случае с Винни духоту можно облегчить гайдами, то пресловутое задание в канализации из Vampire The Masquerade Bloodlines геймерам-энтузиастам пришлось вырезать патчами. Данный момент невыносим за счет витиеватости и однообразия локации. Отсутствие гуманоидных врагов, то есть тотальной нехватки хилок, и огромного количества жирных врагов плюс мини-босса в конце. Все эти факторы превратили миссию в канализации в полноценный мем, что вынудило настрадавшихся игроков создать патч, удаляющий словно раковую опухоль столь омерзительный этап. К слову, данная заплатка по дефолту
Оту стоит в гок-версии вампиров. И знаешь что? Игра от этого ничего не потеряла, а наоборот стала чуть лучше. Индика, оно же артхаусное приключение поехавшей монашки, в целом мне понравилось. У игры интересная концепция, шикарный визуал, увлекательный сюжет с противоречивыми посылами, от которых кое у кого подгорело, и добротно прописанные диалоги, однако геймплейной части у меня имеются некоторые придирки. Игровой процесс Индики базируется на трех столпах. Симулятор ходьбы, симулятор умнича, иными словами, решение пространственных и не самых очевидных загадок. И, наконец, мною ненавистная мини-игра-платформер. К последней у меня больше всего претензий. Воспоминания о прошлом героини представляются игроку в виде пиксельного платформера, ключ к прохождению коего по большей части кроется в чувстве ритма. А мне вот медведь на ухо наступил, посему я всей своей душой ненавижу ритм игры. И оттого секции с маниакально точными прыжками по лягушкам-квакушкам стали для меня генератором вакуума. Окей, я понимаю, что скорее всего это моя личная проблема, и у других геймеров подобных казусов не наблюдалось. Но я просто не мог не поделиться с вами своей болью. Хотя те, кто приходит на мои стримы, видел все собственными глазами. Постоянные зрители трансляции в курсе моей лоу-скильности, и они все равно меня смотрят. Люблю их. Я законченный казуал, и тем не менее периодически стараюсь проходить относительно сложные игры. К примеру, шедевральная диалогия Hotline Miami покорилась мне дважды. Не без проблем, конечно, но все-таки. И, пожалуй, больше всего траев, приведших к асфиксии, вызвал уровень под названием «Релиз», или же по-простому «Побег из тюрячки». В этом месте собралось какое-то невменяемое количество разномастных противников на сантиметр карты. Причем, помимо жиричей, требующих аж два выстрела в тушу, и рядовых преступников, вооруженных всем подряд, тюремные стены скрывают от посторонних глаз припизнутых маньяков, которые, только завидев протагониста, с молниеносной скоростью устремляются в его сторону, дабы исполнить смертельные обнимашки. Ситуацию усугубило то, что в чате мне кто-то написал, что душителей можно убивать только огнестрелом. А я сдуру поверил на слово, что привело к значительному увеличению неудачных траев, так как патронов, понятное дело, на всех не хватало. В итоге тюряга душила меня похлеще, чем белевая веревка с шею Дэвида Кэррадайна. Alone in the Dark 2008 года принято относить к играм, опередившим свое время. Разработчики сего бриллианта разрывались от обилия самых смелых идей, благодаря чему в одном в темноте скопилась масса уникальных механик и фишек, которых не встретишь в других играх. Ограниченный инвентарь, выполненный в виде куртки главного героя, гибкая система крафта оружия и припасов, плюс-минус честная физика объектов, богатая разрушаемость окружения и так далее. Однако без минусов тоже не обошлось. Неудобное управление — это ахиллесова пята тайтла. И если со слабым контролем над Эдвардом худо-бедно можно смириться, то с неотзывчивым управлением местного транспорта, по ощущению схожего с коровой на льду, однозначно нет. В одном из старых видиков я нарекал покатушки на такси по кинематографически разрушающемуся Нью-Йорку самым душным моментом в игре. И знаешь что? Ничего не изменилось. Адская поездочка по-прежнему технически кривая и рискованно балансирующая на грани полнейшей неиграбельности. Пройти покатушки можно лишь досконально изучив маршрут, предварительно помолившись всем известным богам. В противном случае риск непредвиденных застреваний на ровном месте катастрофически высок, а вероятность нервного срыва реальна как никогда. Yakuza Like a Dragon — игра забавная, репетативная и в целом не напряжная, за исключением некоторых моментов. С пролога игра закидывает нас различными динамичными событиями, не оставляя и шанса заскучать. Но спустя какое-то время в сюжет врывается оно — первое подземелье, или же канализация — самая клишированная локация в играх, но не в этом суть. Суть в том, что героям предстоит скитаться среди зловонных, однотипных подземных туннелей добрые 2.5 часа. Мне претит подобный подход, так как основной сюжет на протяжении 2 с гаком часов впадает в анабиоз, и все, что остается делать игроку, так это бегать по серой, слабо детализированной сточной помойке, развлекая себя поиском ресурсов и битвами с однотипными врагами. Последние частицы кислорода из помещения забирает факт. Данное испытание нужно пройти без чекпоинтов и сохранений. И ладно бы начальная канализация была опциональным заданием, но нет. Хочешь, не хочешь, а полезай в гребаный отстойник и бей местных бомжей, пока не уснешь со скуки. Победителями в моей личной номинации «Самый неуместный стелс-сегмент в играх» становятся Marvel Spider-Man и Castlevania World of Shadow 2. Что любопытно, невзирая на визуальную несхожесть двух этих тайтлов, причины гумозности стелсовых миссий в них идентичны. Но вот смотри, кор геймплей паучка состоит из стремительных полетов на паутине,
выполнение акробатических трюков, от которых дух захватывает, демонстрации мускулинности, иными словами, избиение топ-злоумышленников и попуска суперзлодейских боссов. И тут бац, тебя насильно заставляют играть за женщину, что само по себе аморально. Да к тому же за самую заурядную женщину, лишенную суперсил. Скорее всего, она даже готовить не умеет. И вот вместо веселого, залихватского игрового процесса тебе подсовывают под нос прятки за коробочками в скучной, как моя жизнь, лаборатории. Подобную пертурбацию можно было бы стерпеть, если бы стелс-сегмент постарались сделать интересным, дав девушке, ну, хотя бы несколько механик, позволяющих ликвидировать или как-то отвлекать внимание противников. Но нет же! Кинь что-то, чтобы отвлечь внимание подслеповатых болванчиков. Вот и весь арсенал Мэри. С Костлой ситуация схожая. Управляя практически всесильным, окей, малеха ослабленным, но все-таки Дракулой, нас принуждают прятаться от бронированных супостатов, как крыса. Буквально. Ныкаемся в тенях, превращаемся в крысы летучих мышей, вместо того, чтобы эпично откручивать бошки жалким людишкам. Скучно, уныло и душно, как ни крути. Предвосхищая комменты в стиле «А как же гоночка из мафии?» и «Турботуннель из Battletoads?» я заранее скомпилировал большинство давно приевшихся душных моментов в одну позицию. А теперь по каждому вкратце. Туннель из хардкорного битэмапа Battletoads — это легендарное дерьмо, сломавшее мою неокрепшую психику. Пройти настолько стремительное испытание, будучи ребенком, не представлялось возможным. Да я и сейчас-то его с первого трая вряд ли осилю. Гонка из мафии ныне проходится как два пальца об асфальт. Всего того, что в поздней версии игры были добавлены уровни сложности, упрощающие инфернальный заезд. Плюс возможность напрочь скипнуть душные покатушки. Тем не менее, алды проходили ее по чесноку. И страдали, плакали, кололись, но продолжали хавать кактус. В эту же степь отправляется стартовое испытание в гараже из игры Драйвер, ставшее для многих игроков началом и концом игры. Для успешного исполнения обозначенных трюков нужно быть как минимум Домиником Торетто. Что там еще на пыльных антресолях осталось? Ах да, миссия Разрушитель из GTA Vice City, более известная как «Ебучий вертолетик, ты мне все детство испортил!» и задание не по ту сторону рельс из GTA San Andreas, ласково прозванное игроками. Но здесь комментарии излишни. Все мы знаем, насколько это было неприятное, местами чрезмерно сложное и унылое нечто. Продолжаем археологические раскопки. В олдскульном survival horror Ghost Hunter на минуточку эксклюзиве второй плойки есть до одури отвратительный момент, который чуть не вынудил меня забросить дальнейшее прохождение. В прологе Ghost Hunter Лазарь, он же здешний протагонист, бодро сражается с настырными призраками, заточая их в специальные ловушки. Да-да, прямо как в твоих охотниках за привидениями, только для взрослых. Однако уже во второй локации кладбище перед героем встает куда более скучная и утомительная задача. Для дальнейшего продвижения надобно пройти через ворота незамеченным. Звучит просто, но над преградой бдит зоркий призрак, примечающий героя с 30 шагов. И поверь моему опыту, это один из самых глазастых ублюдков, которые мне попадались в стелс-сегментах. Он видит и слышит абсолютно все. А если замечает, улетает в освояси, оставляя тебя наедине со звуками природы и собственной нецензурной бранью. Ну а как-то хотел, не справился, теперь терпеливо жди, пока летающий кусок октоплазмы соизволит вернуться на позицию. И вот когда тебе все-таки удастся пробраться в злополучную калитку, ты ощутишь по-настоящему сильную фрустрацию, осознав, что только что проделанный подвиг придется повторить еще раз. Помню, как задушился и надолго забросил Ghost Hunter, но потом все-таки собрал яйца в кулак и закончил начатое. И ни о чем не жалею, ибо игра крайне годная. Тема достаточно обширная и, я бы даже сказал, сугубо индивидуальная. Посему, если хочешь поделиться своими особо душными моментами, комментарии всегда к твоим услугам. С удовольствием прочту. Все полезные ссылочки на Boosty, Телегу и мой киноканал ждут тебя в описании под видео. Низкий поклон Boosty спонсорам и донаторам на стримах. Особенно секстету героев, оформивших подписку на Boosty уровня транжира. Сателлы, Vice Dragon Cookie, Very High, Red Bear, Алекс Фаван, Алексей Головырцев и Степан Legend. Guys, низкий поклон за поддержку.